В общем, поедем делать рейку рулевую. Рейка у нас ушатная в хлам. Вообще, в ноль. А рулевые тяги тоже ушатные. Попробуем сделать. Поехали. Первое, что мы сделали, уже сделали. Второе, что нужно, это рейка. Самое главное. Все, что сделали, то сделали. А все, что нужно, то нужно сделать еще тоже. Короче, собачку оставляем дома на целый день. Надеемся, не нагадит. В планах у нас сегодня... Ты ничего не разградил. В планах сегодня... Поставить машину, да, потусить. Да, чем-то занять себя. Сходить в магазин. Маша еще должна успеть поработать. Ага. Так, мы на территории завода Нева. Приехали. Вечер уже, 5 часов. Посмотрим, что сделали. В общем, либо ремонт, либо замена. И еще масло-сливное отверстие. Я вчера сорвал там резьбу. Надеюсь, тоже починили. Давайте посмотрим. Рейка 5 крузер. Распределитель в нормальном состоянии. Все хорошо. Червячная пара целая. Износа практически нету. В корпусе все хорошо. Не задиров, цилиндр целый. По правой стороне, в общем-то, все то же самое. Рейка ремонтопригодна. Все отремонтируется, все будет хорошо. Короче, реечку нашу отремонтировали. Вот она лежит. Пробка новая. Отлично. В общем, все прошло успешно. Даже резьбу не сорвали, я вижу. Четко. Короче, братцы, все сделали нам. Сейчас проверим. Наша рейка, сказали, и еще будет жить и жить. Небольшой люфтик, но не критично. Шлицы не изношены. А, запасное колечко дали по деньгам. Давай, удиви всех. Новая ремонтная пробка, которую я показал. Там диаметр 16 аж. 3000 рублей вместе с колечком запасным. Ё-моё, не дешево, но деваться нам некуда. И... ремонт рулевой рейки. Как вы думаете? Варианты пишите в комментариях. Я скажу. 15-300, как говорится у тракториста. Наши запчасти. Масло АТФ-ка 6. Рулевые наконечники. 2 штуки. Рулевые тяги. 2 штуки. Пыльники. 2 штуки. Кому интересно номера... Ну, номера запчастей могу прислать, напишу. В общем, все есть, вся информация. Потому что пыльники не так-то просто найти. А в оригинале их нет. Вообще, в принципе, эта рейка не ремонтопригодна. Но нам починили, сейчас попробуем. Масло проверять, не проверять, как думаете? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. В общем, на улице дождик, смотрите, какая красота. А мы двигаемся домой. Нас ждет дома собачка. Время сколько? 7 часов? 7 часов. Нет, 6. 6. Ну, приедем через час. Сегодня пятница, на дороге купили пробки. Шапки. Шапки клевые купили, и дождевички. Но для такой погодки дождевички заценим обязательно. Обязательно. Все, до новых встреч, до новой серии. Пишите в комментариях. Обязательно уже пишите комментарии. Как вам такой форматик? Пока. Тарас хочет с вами общаться. Хочу пишите с вами общаться. Пишите комментарии. Все, давайте, до свидания. Чао, какао. Чао, какао.